Из Нижневартовска напрямую в Екатеринбург, Самару и Уфу. Авиакомпания «ЮТЭЙР» открывает новые региональные маршруты. Рейсы по этим направлениям откроют с 1 марта. Эти перелеты включены в перечень субсидируемых. Часть стоимости билетов компенсирует федеральный или региональные бюджеты. Сейчас их минимальная цена места на борту самолета Нижневартовск-Уфа – 3800 рублей. Также с 1 февраля авиакомпания вводит тарифы класса «Минимум». Они заинтересуют прежде всего любителей путешествовать налегке, без багажа. По этому тарифу перелет в Нижневартовск-Ханты-Мансийск стоит 4000 рублей, а из окружной столицы в Москву можно улететь за 3500.